Ну что, добрый день, ребята. В эфире наша рубрика в начале нашего ролика. В эфире рубрика «Психопанорама». Начинаем, как всегда, с избитой темы. Карта лояльности у вас есть? Как правило, спрашивают на заправке Роснефть. Я всегда отвечаю, что на этот вопрос всегда отвечаю, что ко мне без карты лояльности относится лояльно. Я говорю, вы вдумайтесь, карта лояльности, само название. Я понимаю, там бонусная карта, еще как-то можно назвать. Карта лояльности. Но это бред бредный. Вода мокрая, что называется. Этот бред придумывают менеджеры. Менеджеры, которые, ну, мало того, что они по-русски не умеют выражать свои мысли, у них нет образования, образовояния, да, у них нет образования. И они гнут вот это вот. Чем интереснее и выразительнее слово, тем, значит, оно будет звучать для уха покупателя как-то необычно. Бред. Давайте уже прекратим бредить и прекратим делать так, как говорят вот эти вот психопаты-менеджеры. Дальше, ребята, смотрим, что творят те, кто обслуживают машины в автосервисных станциях. Что творят водители с этими автомобилями? Ну и что, в принципе, происходит? Поехали! Вот еще один пример подготовки водителей. Приезжает, значит, автомобиль, да, 105-й, с проблемами, выбрасывает антифриз, идут газы. Вот. Вот с такой проблемой. Задирают кабину. Смотрим. Там, оказывается, у нас просто заклинила помпа. Ремня, соответственно, нет. Ремень сгорел. Как водитель не слышал, как у него пищал ремень, когда помпа заклинила, непонятно, о чем он думал в этот момент. Вот, в общем, просто заменили помпу, и чудо, автомобиль поехал. Развалился просто подшипник на помпе. Стандартное явление для ДАФов с пробегом за 800. Вот. То есть даже самое простецкое мы не смогли определить, что у нас нет ремня и помпа в клине. Вот такие чудеса. Надо сказать, что заправка Роснефть с некоторых пор вообще отличается умом и сообразительностью, я бы сказал. Заезжаю как-то на заправку Роснефть, сейчас уже не помню, где-то в области. Стоит такой уголок, в буквальном смысле слова, такой стенд рекламный, на котором наставлена куча баночек, бутылочек, каких-то пакетиков с каким-то порошком. Написано «Здоровое питание». Читаю дальше. Конопля с таком, конопля с маком, конопля в таком-то виде, конопля в таком-то виде, конопля там в сиропе. Такая мечта наркомана. Хватит, хватит уже смотреть на Запад. На Западе давно уже сбрендили, потому что общество давным-давно уже подстроили под себя вот эти самые сраные капиталисты, которые хотят, чтобы общество было тупое, абсолютно слепое, и чем больше потребляло, тем лучше. Хватит туда смотреть. Они просто уже конченые в разы. А у нас-то все еще не так. У нас еще живы люди, которые в своем уме, которые помнят, что такое нормальное человеческое общество, которые помнят, что такое нормальное человеческое отношение, которые помнят, что есть такой термин родители, мама и папа, а не родители один и не родитель два. Которые помнят, что народы когда-то жили в мире, грузины, армяне, татары там и так далее, все жили мирно, все ездили друг к другу в гости. И это была огромная страна. Давайте уже жить как люди, а не смотреть вот на этих вот ублюдков-менеджеров, которые получили хоть какое-то западное образование или мыслят по образу и подобию вот этих вот западных сценариев. Вы оглянитесь, что вы творите-то? У вас своя башка есть, как говорят, за плечами? Или вы просто тупые? Есть просто. Даже уже прокатывать бесполезно колесный диск. Зашибись. Отверстие посадочное отверстие в диске разбиты, колесо не закручено,
диск можно выкинуть от водителя. Ну это как можно так ездить? Вот так вот люди ездят по дорогам, колеса отваливаются на ходу. Ну вот это как? Ой, бардак! Преступники просто. Ну, а здесь вы видите хваленное, заявленное качество производителя автомобилей Ситрак. Судя по покрышке правого переднего колеса, машина не прошла больше 30 тысяч километров. И вот результат. И что же случилось виновникам в этой ситуации? Давайте посмотрим внимательно. Итак, а вот виновник нашей с вами ситуации. Вот это преступная халатность в производстве грузовых автомобилей, которая может привести к ДТП на дороге и к тяжелым последствиям. Бывают и такие производители. Ну а теперь сервисмены, безумные сервисмены, которые погружают фильтр-картридж в свое установочное место, не снимая этикеток, в результате машина не едет и не тянет. Это ж надо какую голову иметь для того, чтобы так сделать.